Справочка от Сбербанка о том, что у меня арестован счет. Забегая вперед, скажу, что счет арестован несправедливо и что это уже система в городе Ангарск. Значит, для того, чтобы мне там как бы есть вот еще документы, которые просим, вот, значит, окончить исполнение, да, то есть они сначала как бы арестовали, а потом вот просят окончить исполнение, потому что деньги поступили на их кривые счета. Ну, как бы нервы, три дня жизни мне никто не вернет. Поэтому я с сегодняшнего дня, я решила не то чтобы бороться, а решила с ними их же методами. То есть теперь, чтобы мне разарестовали счет, я должна все бросить, высоко задирая колени, в пенсионном фонде взять вот эти бумажки я должна была. И должна была побежать к судебным приставам, как дура. Ехать за свой счет, вызывать такси, сидеть в очередях. Я сказала, что я этого делать не буду. То есть я не буду брать бумаги, я не буду бегать по приставам, я не буду брать бумаги приставов и бегать с ними по банкам, потому что я никому изначально ничего не была должна. А то, что система работает криво, как все у нас в Рашке, в нашей любимой, здесь тоже как бы моей вины нет. Я просто предприниматель, я просто творческий человек, который пытается выжить, не сидя на шее у государства, пытается выжить сам. И давайте будем разбираться, что из этого получится. Я прям сериал готова снять. Если вам нравится, подписывайтесь, пишите комментарии. Потому что, ну реально, как это называется? Человек просыпается утром, у него заблокирована, арестована карта. А что если это у него карта одна? И мне сказали, что даже если сегодня приставы там все сделают как надо, у меня она разморозится не раньше, чем через неделю. А эту неделю я как должна жить? Каким образом, не делая ничего плохого, стараясь вовремя платить пенсионный фонд, я почему-то должна вот просто на ровном месте начать страдать. Ну, как бы я не страдалица по жизни, не на ту нарвались. Вот. Кстати, дальнейшие новости, как я звонила в пресс-центр МВД региона, про то, как я звонила в Ангарский суд, про то, как я пыталась вообще найти правду, и я ее не нашла, серьезно вам говорю. Говорят, что такие дела 100% прогарные, но не в моем случае. Я надеюсь, что я смогу посредством своего канала и вашей поддержки, потому что она в данный момент мне реально нужна. Это не шуточки, это там не видео про помадки, это реально ко мне залезли в карман, не имея на то никакого права. В данный момент карта заблокирована и будет заблокирована еще неделю. Если у вас есть знакомые предприниматели, имейте в виду, что с ними может сложиться, или вы сами предприниматели, имейте в виду, что с ними может сложиться такая же точно ситуация.